Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления в нападении на девочку 10 лет в Ленинском районе Иваново, которое зарегистрировано было 19 ноября этого года, сотрудниками полиции сегодня ночью задержан, сработала засада. Засаду полицейские выставили на месте совершения преступления, и, соответственно, гражданин этот был задержан, и в настоящее время он находится здесь, в Ленинском отделе полиции, а полицейские и следователи с ним работают.